to pretend. You got me falling. Ну, мы ее нашли. Это было сложно, честно скажу. Тропы нет, маркированной. Ребят, это была одна из самых труднодоступных церквей в моей жизни. Поход к ней был нестандартный, без маркированной тропы. Надо было угадывать, понимать местность. Вот здесь деревня Биельские Крушевицы, здесь Костяница Морень. Значит, нам налево-направо нельзя. Ищем где-то посрединке. Нашли! Ставили всю дорогу метки, так что обращайтесь выдом. Церковь Святого Иеремии, чем она интересна? У нас 360 практически градусов обзор. Ну, может, чуть меньше. Коптер поднимем, и будет 360. Тропиночка у нас идет. Такая заросшая. Но видно, что когда-то на джипах ездили. Ну что, грибы в этом лиственном лесу есть. Правда, белые уже испортились. Покажи, Аня. Смотри, какие красивые, да? Большой. Явно под дубом рос, но червивый. Такое, конечно же, знаете. Лес, конечно, красивейший. Нам уже виден немного залив Тиводский там. Лисички, походу, собираем. Честно сказать, 4:30, а темнеет 6:30. Успеем ли мы до темени вернуться к машине? Большая загадка. Но у нас есть фонарик. Мне кажется, мы белый нашли хороший. А, иди пофоткаем. Ух ты мой, какая красота, это белый. Нет, он очень красивый. Приглашаю вас в увлекательное путешествие за грибами. А зачем их бьют вот так, Аня? Чтобы струсить с них пыль. Ну, не пыль. Смотри, какой красавчик. Белый, идеальный белый гриб. А сегодня какой октября у нас? А кто его знает, да? Кто его знает? Короче, где-то там середина. Суббота, в общем. Маленький такой. Класс. Под дубик, наверное, какой-нибудь. Смотрите. Налево? Что это такое? О! А это гриб. Смотрите, что вылупляется. Видишь, с яйца гриб какой-то. Какой. Разложился, как цветок. Прикольно. Я не знаю, что это. Может, гриб красивый. Угу. Покажи. У, это знаешь, типа подберезовик, но не он, да? Это... Они его называют... Это... Какой-то дед, короче, его называют. Храстов дед. Это? Не знаю. Красиво. Лес практически весь дубовый. Интересно, бывают вообще дикие или нет? Да, я бы с леса не делала. С леса физалис. Физалис, да? Ну, похоже на то. Вот смотри, в каждой ТСРУ, в каждой коробочке находится помидорчик. Если это... А на что на вкус похоже? На помидорки, на черри, только сладкие-сладкие. Да? Их в салат добавляют. Прямо целиком. Ну это в лесу? Я не знаю, что с нами будет. Андрей уверяет, что это дерево упало из-за молнии. А ну покажи нам. Ух ты, сгорело внутри. Оно было достаточно сухое и полое внутри. Пустое, да? Самую высохшую часть изнутри. Там дырочка, смотри, внизу. Костерочек получился. Вот с этой стороны. Офигеть.
Ну и после развилки, окончания тропы на карте, мы выбрали узенькую тропку прямо, а не направо широкую. Нашла маргаритки, а я вижу вид на залив и Биелу. Холм немножко сгорел, тропа плохо, видимо. Можно 10 раз потерять. Смотри, богомол от тебя бегает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пошел отсюда. На холму оказалась широкая тропа. Не сразу нашли. А вот это вот сгоревший лес. В этом августе был пожар страшный. Уже вечер. У нас октябрь. И такая жара стоит в футболках. Это что, Лёх? Это либо надгробная табличка, либо опять... А это памятник, походу, какой-то. И что гласит? Направо пойдешь. Коня потеряешь. Смотри, там кириллица какая-то. Налево пойдешь. Новому месту. А, это что с коммунистами связано? В марте 40 какого-то года. Ух ты, сколько белых. Ну, червивые, да. А вот этот? Полностью. Этот тоже похоже, что ему... Ну да, они уже старые. Да, отрывают. Ууу, там совсем беда. Да, и вот еще это. Вот, смотрите какой. Тоже, наверное, старый. Да, старый. Такой и ничего внутри, кстати говоря. Чуть-чуть червивый. Ты кабанчика бы зажарил? Но мне кажется, у тебя шанс большой. Здесь вот следы кабанчиков есть. И здесь они, походу, купаются. Ну или пьют воду, как минимум. Здесь, по крайней мере, маленькие точно были. Здесь и маленькие следы, и большие. Ну и весь лес покопан. Вот, честно, покопанный лес. Да, ух ты, землянка. Дед, землянка, офигеть! Прикинь, пещера, как землянка. Открывается. 5:20 вечера, темнеет 6:30. Вы понимаете, мы вернемся к машине в темень. Голодненькие, уставшие. Но мы ее нашли, даже солнце. Смотри, тут высота 716 метров. 717, врут. Не, 716. Анчик, как мы пойдем назад? Почему? Белый? Чего закат у нас тут? Этот человек не ест грибы. Знаете, чем пахнет? Грибами? Свежесть. О, нет, грибами пахнет. Грибом пахнет? Да, я думал, сначала свежесобранной землей. А ну, а ну. Пошел, не похож на крабика из Спанч Боба.